Улыбочки, счастье, позитив и радость сразу есть. Конечно. Еще раз. Или поскок. Он идет уже туда. Еще раз мы представляем команду. Всем привет! Марио, Андрей, Дима, мы команда Карп Мафия из Одессы. И ясно. Какие впечатления о соревнованиях вообще? Что ты думаешь по этому поводу? Ну, первое впечатление мои — это вообще просто сумасшедшее, потому что для меня эти соревнования впервой. Совсем недавно занялся спортивной карповой ловлей. Вот, но очень интересно. Интересно, необычно. Соревнования сложные, команды очень серьезные. Еще серьезность заключается в том, что из Одессы 4 команды, если мне изменяет память, участвуют. Но Одесса вообще любит этот подъем. Одесса вообще любит ловить. В Одессе, я считаю, в общем-то, лучшие команды Украины собраны. Ну, одни из лучших однозначно. Это 100%. Вот. Как бы интрига. Интрига мы видим за первое место, и за второе, и за третье, и за четвертое, в общем-то. И каждый борется. Причем видно, что даже кто на 10-м месте борется за выход на 8-е место. То есть это здорово. Mm-hmm. Это здорово. Я вижу, что ни одна из команд, ни один из участников не сдается и до последнего на 4-х сутках. Да, последние сутки. Поджимает. Это здорово. Это круто. Спасибо. Ты сказал, что недавно в спортивную рыбалку попал? Да. Почему спортивная рыбалка? Да потому что рыба не еда, рыба друг. Наверное, это первое, что заключает, что квалифицирует спортивную рыбалку. И надо думать. То есть не просто приехал там с макушатником, забросил, да и все. Надо думать, включать мозг, пробовать, играться, тренироваться. Все время поиск, в принципе. Да. Вот это класс. Это кайф. Скажи, пожалуйста, твой любимый водоем, не считая этого, конечно. Три карася. Почему? Три карася, честно, это первый водоем мой, где я поймал, собственно, спортивную снасть, свою первую рыбку. Это был амурчик на 6400 в 5 утра 15 минут, то есть 15 минут 6 где-то в начале октября. Это была первая моя рыба на спортивную снасть. Вот как-то так и взлюбился мне этот водоем. Аккуратненький, спокойный, уже все свои трофеи сдаешь, бесплатную рыбалку зарабатываешь, весь сезон ездишь бесплатно. Что может быть приятнее? Совмещаешь и приятно, и с полезным. Что бы ты пожелал этому водоему? Чего-то не хватает еще? Все говорят, что водоем хороший, один из лучших в Украине, и как бы, в принципе, жевать сильно нечего. Но... Как по мне, я бы единственное, что пожелал, ночью, вот в это время года, чуть-чуть потеплее, чтобы было на этом, чтобы он немножко приподнимался, да, и было теплее. Так все супер. Водоем красивый, рыба шикарная. Единственное, что я пожелал бы вот рыбакам, на самом деле, чуть бережнее относиться к рыбе, потому что мы вот вываживаем рыбу, смотрим, а губ реально нету, то есть губы порваны. И
соревнований, любительской рыбалкой. То есть смазать губки, аккуратненько вываживать. Вот это единственное, чтобы следили за рыбой. А так реально все, все класс. Что, спасибо, не поставам. Не чешуи к водяному. Но я вам все в гости зайду. Обязательно, обязательно. 4 490.